Здравствуйте, дети. Прошу тишины. Тихо. Молчать, противные таракашки. Я ваш новый учитель физики. Сейчас я объясню вам правила поведения в моем кабинете. Вот два провода. Это фаза, а это нолик. Их ни в коем случае нельзя замыкать. Пупкин. Это что еще за таракани игры? Живо к доске. Повтори то, что я сказал. Это фаза. Это маза. Их надо замыкать.